проект Моспарк. Меня зовут Лена, и сегодня у нас на обзоре робот-конструктор. Пришел у нас из магазина Banggood. Коробка, как всегда, помята. С этим ничего не поделаешь. Давайте посмотрим, что внутри. Видите, больше ничего нет. Инструкция с картинками. Но русского языка здесь нету. В комплекте 3 пакета. Пакет с двигателем, с ногами. И третий пакетик с наклейками, головой и руками. Элементов здесь немного. Сборка не должна занять много времени. Давайте откроем пакетики и начнем сборку. Для проверки нашего робота понадобятся 2 пальчиковых батарейки. Но перед проверкой разоедините разъем. Давайте его испытаем. Сборка робота очень простая. Чтобы узнать, сколько он стоит, переходите по ссылке в описании. Если обзор вам понравился, ставьте лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! С вами была Лена.